Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале о вязании. Только что отсняла предыдущий влог одного дня, и теперь начинаю снимать недельный влог. Влог будет посвящен марафону 101 Cotton Toys. Сегодня 1 октября, и начинается у нас марафон с девочками. Как всегда, много участниц, много спонсоров, но я не претендую на победу, ни в одной номинации, наверное, не буду претендовать. Хотя в прошлом марафоне я даже выиграла. И мне, конечно, было безумно приятно, что Лана выбрала меня победителем своей номинации. Но я это, наверное, делаю больше такого для спортивного интереса, побольше связать. Потому что, когда смотришь, так, сколько там уже навязали, надо тоже побольше, побольше. У меня там уже готов целый список того, что я хочу связать. Но пока что еще, конечно, в сомнениях. Может быть, что-то уберу. Однозначно, конечно же, что-то добавлю. У меня в планах вообще понавязать побольше за этот месяц каких-нибудь наборов, чтобы были к Новому году. Потому что, как всегда, в декабре просыпаются те, кто не успел заказать заранее. И нужно, чтобы было наличие, скажем так. Поэтому я хочу сделать такие наборчики, там, олененок, игрушка, погремушка, мишка, игрушка, погремушка, зайки у меня там. Одна есть игрушка, нет погремушки, и вторая есть погремушка, нет игрушки, по цветам надо подобавлять. Потом там тоже есть наборчики, которые хочу подобавлять игрушки, но это все, наверное, составлю список на листочке и в следующее подключение вам покажу, потому что сейчас список в телефоне, что-то я не подумала об этом заранее, чтобы показать именно план свой, что я хочу успеть сделать. Ну и, конечно же, заказики есть, есть то, что в планах мастер-классы, тоже это потихонечку буду делать, буду вязать. Ну и в рамках этого марафона. Вот, как вы видите, у меня приготовлены цвета. Это вот так, наверное, сделаем. А что у меня здесь в планах из этих цветов связать? Это будет осьминожка, погремушка у меня нет в наличии в коричневых цветах, бежево-коричневых. И это тоже будет вот так вот, осьминожка, погремушка. Ну, естественно, я добавлю еще моточки, просто первые, которые попались наверху, остаточки, те и достала. И, наверное, вот так вот будет, я хочу начать работать над комфортером дракончиком. Но посмотрим. Это еще не точно, а вот эти вот погремушки, это у меня задача в первую очередь связать, потому что у меня их нет в наличии. И надо пополнить ассортимент наличия погремушек-осьминожек. Когда свяжутся погремушки, тогда дальше, наверное, подумаю, что еще мне повязать. Ну и потихонечку буду начинать делать мастер-класс на дракончика, на комфортер, потому что все-таки Новый год приближается. Нужно, нужно, нужно. Все, пошла я вязать, до следующего подключения. Ну что, следующий день, 2 октября, понедельник. Я наконец-то всех отправила по школам, садикам, работам. Но, правда, сейчас уже в 10 часов пойду за сыном. Поедем с ним к ортодонту на слепок, ставить пластинки. Потом, правда, я его верну в школу на последний урок и на продленку. А сама буду работать часиков до 4. У меня будет время, даже чуть меньше. А там уже опять всех забирать, всех отводить на занятия. Вчера после подключения мы неожиданно решили, так как стоит теплая погода, последние вроде как деньки обещали теплой погоды, мы решили поехать выгулять детей. Несмотря на то, что аллергия у меня все так же буйствует, но как бы хочется поймать последнее солнышко. И поэтому сегодня говорю я хуже гундосю, но никуда от этого не деться. Аллергия не отпустит, пока не пойдут дожди, не наступит настоящая осень. Конечно, когда стоит 1 октября, плюс 28, солнце, сухо, жара, то какая там прекращение аллергии на амброзию, которая как раз буйствует и цветет.
Так, но после того, как приехали, я все-таки успела вечером поработать, и после того, как детей уложила, вязала свои любимые, как же их назвать-то, висюльки, спиральки. На двух осьминожек я навязала, успела вот больших спиралек, и еще мне надо будет навязать по 6 штук в каждую осьминожку маленьких спиралек, которые тоненькие идут. Это вот на мятно-белую, получается здесь 6 мятных, 6 белых. Вот тоже, да, казалось бы, цвет одинаковый, вернее, не цвет, а пряжа одинаковая. Это у нас Alize Cotton Gold. Но вот смотрите, какие получаются с мятного цвета и какие получаются с белого цвета. Намного меньше объема у них. Здесь я решила добавить еще в бежевую вот такой 0,5 джинс цвет. Тоже связала 6,71 цвет какао, 0,5 и... Это молочный, вот все забывают, там 55 или 62, один из них белый, белоснежный вот этот, а один молочный. Ну, неважно, в принципе. И вот смотрите, хотела показать, нашла у меня были остаточек маленький клубочка 71 из старой какой-то партии. Я его решила как раз довязать на спиральке, а это вот новый. Посмотрите, какая разница. Ну, не знаю, видно вам или нет, но прям мне прям видно вообще, даже невооруженным взглядом, как будто это разный оттенок. Вот настолько изменились цвета. И, в принципе, в Гернард джинсе очень многие цвета теперь немножечко другие. Даже 0,5 там другой, и розовый другой, ну все другие. Не все, наверное, потому что всеми я не пользуюсь, но вот теми, которыми я пользовалась, очень многие цвета поменяли оттенки. Старое золото, цвет такой красивый был. Но он, конечно, и сейчас красивый, но все равно немножечко другой. Так что это мой фронт работы был проделан за вчерашний вечер и немножко ночью. Сегодня у меня в планах собрать эти две осьминожки, то есть мне осталось связать верхушечки, ну и оформить, собрать, соответственно. Это уже по времени, наверное, поменьше работы займет, все-таки спиральки занимают больше всего работы. Пошла я работать, завтра постараюсь подключиться, показать уже готовых осьминожек. Ну, а там уже посмотрим. Я, кстати, прочитала номинации, и там, оказывается, есть хэллоуинская номинация. Я вот думаю, может, мне еще одну тыквочку связать на хэллоуинскую номинацию. В принципе, такая необычная игрушка. И как раз подходит по тематике. В общем, я теперь в раздумьях. Мне-то все равно надо дочке вторую вязать. И эту я выставила на продажу. Если купят, то сыну еще придется одну вязать. Но купят, не купят, но вот для дочки-то вторую нужно. Поэтому я уже нашла, вчера вам сказала, что я не претендую ни в какой номинации, а тут уже нашла, что в принципе-то можно и попретендовать, поэтому подумаю еще. Может быть, после того, как свяжу осьминожек, начну еще одну тыквочку вязать и как раз их красиво отфотографирую. Все, пошла я работать, пока у меня есть еще часик до забирание сына из школы и похода к ортодонту, успею, наверное, связать шляпки к осьминожкам. Ну что, сегодня 4 октября уже. Я вчера не подключалась. Если честно, с утра заленилась, а потом вышло солнце прямо в окно, и уже я решила, ну и ладно. Но я работала, вязала, сейчас расскажу, покажу, что я за эти двое суток сделала. В принципе, сделала неплохо, продвинулась. И, как видите, наконец-то я написала свой план в тетрадку. Может быть, конечно, плохо будет на видео видно, но, в принципе, вам и не важно, видно или нет, и главное, что я расскажу. Давайте немножечко пройдемся по плану, что же я собираюсь за этот месяц связать. Это было бы, конечно, идеально, если бы я все это связала, но мне кажется, судя по тому, что за первые 4 дня я связала только 2 готовых игрушки, то я это не свяжу. Но, по крайней мере, вот сколько у меня здесь записано, 28, но я думаю, по факту будет меняться все равно, что-то убираться, что-то добавляться другое, но пока как-то так.
Первое, погремушки-осьминожки, две штуки. Вот я их уже отметила, я две связала. Жирафик-погремушки тоже две штуки. Одна мне нужна в желтом цвете, в набор добавить, потому что у меня ее забрали, и теперь набор не полный. И вторую хочу сделать в бежево-коричневых цветах с листочком, как вот я делала последнюю погремушку на заказ жирафика. Хочу сделать в таких оттенках набор. И вчера уже было немножко времени, связала, начала, вернее, вязать шуршалку жирафик. В следующем подключении, наверное, постараюсь доделать уже и показать. Дальше. Дракон-комфортер. Вот это сейчас покажу вам, что я уже тут натворила. Одну штуку. И дракон-погремушка. Одну штуку. Это как раз те две позиции, на которых я параллельно буду снимать мастер-класс. Вернее, уже снимаю. Олени набор. Две штуки. Но это я пишу в смысле, две штуки их в наборе. Олень-игрушка, олень-погремушка. Они два набора. Просто не стала расписывать. Так же, как вот здесь. Дракон-комфортер, дракон-погремушка. Не стала писать олень-игрушка, олень-погремушка. Пускай будет так. Дальше мишки набор, тоже написала два штуки, но это имеется в виду игрушка-мишка, игрушка-погремушка-мишка. А, нет, подождите, что-то я здесь зачем-то написала два мишка набора. Потом... А, все, я поняла, мишка-погремушка отдельно, это я хочу сделать к осьминожке в набор погремушку еще одну. То есть две погремушки-мишки будет и мишка-игрушка. Сейчас вам наговорю, наверное, ничего не поймете. Дальше, жираф-тянучка, у меня его нету, надо сделать. Лягушка-тянучка в желто-зеленом цвете. Вот как ее забрали, так розовая лежит, и ее как бы розовую нет, не берут. Так что надо сделать в желто-зеленом цвете. Дальше, игрушки для тренажера Монтессори. Четыре штуки, они там разные игрушечки идут. Зверьков я делаю. Но вот хочу на наличие такой наборчик, потому что просмотров много, но у меня в наличии никогда нету этого набора. Я его только делала под заказ. Хочу попробовать сделать на наличие и посмотреть, как быстро его, их заберут. Дальше, львята набор тоже, игрушка-погремушка, зайка-погремушка. В розовом воротничке, это мне нужно сделать к игрушке зайки в набор. Ее погремушечку забрали отдельно, а игрушка лежит. Дальше маленькие зайки две штуки, это вот которые ладошечные малыши. Маленькие дракончики тоже две штуки ладошечные, на которых вышел недавно бесплатный мастер-класс. Драконы-сувениры, это вот которые я делаю как магниты или брелки, подвески. И дракон-игрушка, одна штука пока написала, но это имеется в виду большой дракон-игрушка, ну вот такой вот, как мишки, вот что-то в этом плане. Но я пока что не могу найти мастер-класс, какой бы мне понравился на такого дракона из полухлопка. Я там один мастер-класс уже давно себе приметила, но мне не очень там нравится мордочка, она похожа на бегемотика, а не на дракончика. Поэтому я пока в поисках. Может быть, и не найду ничего. Если то, может быть, свое что-то свяжу. И вот добавила потом уже тыква хэллоуинская, вторая. Мне же надо для дочки ее все равно связать. Так что вот такой пока списочек. 28 игрушек. Ну, вряд ли, конечно, вряд ли. Ой, прошу прощения. Вечно я этот... штатив задеваю. Кстати, штатив у меня, наверное, скоро прикажет долго жить. Потому что уже где крепится телефон, не сам штатив, а крепление для телефона очень плохо держит. И постоянно телефон норовит отвалиться. Ну и теперь давайте покажу то, что я доделала. Вот готовые две осьминожки, которые я вам показывала в прошлых подключениях. Все, они полностью готовы, я их уже даже отфотографировала. Сегодня, когда поведу детей на занятия, буду сидеть ждать и обрабатывать фотографии. Так, и начала вязать и снимать мастер-класс на комфортер дракошу. Вот такой пока он у меня получается. В принципе, тело я вяжу у всех комфортеров одинаковое, а здесь вот голова другая. Ну, сзади еще пока ничего не сделала. Вот
Застопорилась на том, что думаю, какой же сделать ему хвост. Пока что есть несколько вариантов, но пока что к какому-то одному не пришла. Ну, это такое, знаете, скорее всего, растянется на какое-то время эта игрушка. То есть я его явно к следующему подключению не закончу, потому что снимать мастер-класс – это довольно-таки длительное и тяжелое занятие. Плюс нужно, чтобы свет был хороший, когда снимаешь фотографии, делаешь. То есть там вечером или при солнце, когда солнце яркое в окно, не поснимаешь. Но вот пока как-то так. В принципе, сделала за... Вчера я его полностью им занималась. Этих-то я закончила еще позавчера, в тот же день. А вчера вот занималась дракошкой. И к нему тоже хочу погремушку, но погремушку тоже пока что еще думаю. В принципе, посмотрю, как я смогу оформить здесь. У меня-то образ есть, но я всегда... Потом еще что-нибудь все равно изменяю. Не было у меня еще такого, что как начертила, нарисовала эскиз, так и сделала. Нет, все равно в ходе вязания что-то мне не нравится, что-то я добавляю, что-то я убираю. Ну, в общем, изменяю. Так, все. На этом пока что готовые работы и процессы закончились. Вот единственное то, что грызунок, но он не входит в... счет марафона. Я его вяжу просто для набора, но все равно покажу вам в следующем подключении. И сейчас буду заниматься погремушками-жирафиками. Ну и, может быть, вот этим комфортерчиком тоже продолжу. Посмотрю, как будет у меня вдохновение. Все, до следующего подключения. Утро следующего дня, 5 октября. Подключилась буквально на секундочку показать мои продвижения. Вот готовая одна работа за вчерашний день, но она, к сожалению, в зачет марафона не идет. Но мне нужен для набора такой грызуночек. И вот к этому грызуночку вяжется погремушка жирафик. В принципе, планирую закончить сегодня эту погремушку и буду начинать в оранжевом цвете тоже жирафика, в желтом. 35-м джинс. Не знаю, подумаю, что еще добавить в этот набор. Может быть, добавлю грызунок, чтобы третья деталька была в наборе. Но посмотрю еще, подумаю. Все, побежала я работать. Уже, наверное, не буду с процессами подключаться. Завтра в пятницу подключусь. Ну, постараюсь подключиться во второй половине дня. И чтобы потом уже смонтировать видео. Расскажу об итогах первой недели. И чтобы смонтировать видео, выложить его, потому что... На выходных я уж точно, если что-то и буду делать, то это будет совсем-совсем немного. Все, побежала работать. Ну что, последнее подключение на этой неделе. И буду монтировать, выгружать уже влог. Надеюсь, что мне дадут соседи отснять, потому что я уже час, наверное, собираюсь снимать видео. И у нас с периодичностью кто-то где-то что-то сверлит. Вот прям сегодня, в этот момент, когда мне нужно снимать, мне уже нужно убегать из дома. И если я сейчас не сниму, я уже потом ничего не сделаю. Поэтому давайте попробуем. Ну, надеюсь, что получится. Если что, буду отключаться. Так, вчерашний грызуночек, который в зачет марафона не идет. И та-дам! Вот такой вот жирафик получился. С листиками. Я его решила сделать в таких более... осенних оттенках, так как сейчас уже осень, середина, можно сказать, и мне кажется, неплохой наборчик получился, но, наверное, я все-таки сюда еще добавлю грызунок. Здесь шуршалки, в качестве шуршалок я использую рукав для запекания пищевой, в листике шуршалки делать не стала, ну, слишком маленькая. Пространство, ну, может, конечно, если кто-то захочет, то сделаю и в листике шуршалки. Вот такой вот наборчик. И я, как и говорила, сделала жирафика еще в желтом цвете. Это джинс 35. Это у меня будет дополнение. Есть у меня такой же грызунок в желтом цвете. И есть маленький ладошечный жирафик. На ладошечного жирафика постараюсь на следующей неделе выпустить описание. Бесплатно, тогда, если что, в сообществе напишу вам, как оно выйдет.
Давно он у меня готов, сам жирафик-то, но почему-то до описания руки так и не дошли. Кстати, не забывайте, что на всех этих ладошечных малышей, ну, кроме, получается, жирафика, как раз-таки есть уже бесплатное описание. Они есть на Дзене, а на дракончика есть и в виде видео мастер-класс, совсем вот недавно вышел на YouTube. Так, и вот это еще одна готовая работа. Итого, дракончика я комфортер не двигала. Вот он идет, как он был у меня, так он и есть. Вот, кстати, им-то я и хочу, если вдруг будет время, заниматься на выходных. А, возможно, как раз вот доделаю его и доснимаю мастер-класс, останется потом только его отформатировать фото и все это сделать в виде описания. Ну, посмотрим. По крайней мере, есть у меня такой план, потому что уже Новый год-то приближается, и как-то нужно мастер-класс этот выпускать. Вдруг кому-то пригодится, а я тяну время. Но дракончик на данный момент еще не готов. Итак, давайте посчитаем. Это у нас в зачет не идет на этой неделе. Раз, готовая работа. Два, готовая работа. И две осьминожки. Три и четыре. Не густо, конечно, но вот как-то так. Как-то я сегодня камеру по-другому поставила, то ли слишком низко, и не помещается у меня совсем ничего в кадр. Конечно, из 28 игрушек 4 готовых всего лишь за неделю. Это капля в море. О каких там 100 идет речь, вообще можно не говорить об этих 100, но и то хорошо. Какие планы на следующую неделю? Во-первых, плотно заняться, как я уже сказала, мастер-классом на комфортер-дракончик. И, наверное, буду вязать набор Мишка, потому что нет у меня ни одного набора, а наборчики нужны. Но еще посмотрю. Или львенок тоже набор нужен. Ну, в общем, посмотрим. Как-то так. Под видео оставлю ссылки на всех девочек-участниц. Там целый список, огромное количество человек. Будет что посмотреть, потому что последнее время это прям такая проблема. Мало кто выпускает видео. И это будет хорошая такая возможность и девочкам себя показать, и нам посмотреть новые видосики. Все, всем спасибо большое за просмотры, всем спасибо большое за лайки, за вашу поддержку. Всем пока-пока!